Ну а перед началом ролика хочу сказать огромное спасибо людям, которые помогают в развитии канала. А именно, Тори Блэк, Сомик, Алексей Котов, Питер, ну и естественно Вовка СПБ. Вот эти ребята просто помогают в развитии канала. Я сделаю максималочку, чтобы стримы мои были более качественные, интересные, захватывающие. Сегодняшний ролик — это подборка самых смешных моментов, которые произошли с нами в Дискорде во время общения, нарезочка, подборочка забавных моментов, фейлы и так далее. Составлял подборочку Готик Элк. Приятного просмотра. У микрофона был Сократ. Погнали. Герыч, возьми меня. Герыч, не знаю, что делать в первый раз. Я так понимаю, тут есть твои фанаты? Ну, все мои фанаты. Да. Серьезно, что ли? Да-да-да. А я не в курсе. Ну, я, кстати, ансап. А это что? Это диагноз. Это вполне логично, кстати. Не, я считаю, что самогончик не скучный. Да вот этот час ждешь, чтобы подвести вот эту двуминутную хуйню, которую еще не прогружают. Не, мне больше нравится бар, вот эта обстановка, там вся хуйня. А чё с твоей лошади? Опыта. То есть он даже не проверил, то есть цену мы не знаем. Проверил, проверил. Ну чё ты, пацаны? А чем СП занимаешься? Он бизнесмен. Говно разводит. Пораньше. Навозом торгует? Ютубер нынче. Видос склепает, да. Он с понедельника до пятницы сначала говно разводит, а с пятницы, где-то с пятницы с вечера до воскресенья видосы пилит, блядь. В смысле, говно он говновод, что ли? В общем, разницы нет никакой особо. Ну, блядь, как, в смысле, силос, вот эту всю хуйню, блядь, на поля надо разводить же. То он на трактор садится, блядь. 40 лет как под наркозом, я работал говновозом, да? Вот ты едешь, блядь, в какую-то область, да, и там какой-то дурачок на тракторе, блядь, едет, и тебе его не обогнать, блядь. Вот. Ага, и на тракторе, наверное, написано подписывайтесь на канал, там что-нибудь такое. Да, Готик, блядь. РДР-2 там. С вами Готик, блядь. Да блядь, у кого? Такой пиздатый телефон. Ой, честные лошади. Дружище, обрати внимание на ролики, которые уже есть на этом канале, полные обзоры на все, что есть в Red Dead Online. Профессии, оружие, крафт, новости, моды, да все что угодно, даже смешные озвучки, все есть на канале Готика. Тогда начало проводить, да только из-за этого, из-за фильма. Блядь. Мне вообще похуй, даже не вообще похую. Ахи, абсолютно. Вот они, вот двое стоят, они и ничего не сделаешь вообще. Где? А, я убил. Нет, не убил. Да ему вообще похуй. Я убил его. Просто вы окей. Тут их пятеро, короче, не убиваемые, блядь. Вообще похуй. Вообще похуй. Да, я помню. Помню эти времена, когда, блядь, магазины с дисками эти. Блядь, потому что вы побежали, они там на. Мне вообще похуй. Да мне похуй. Ты зачем тут убежал? Мне вообще похуй. Мне и похуй. Они на точке деспа просто убежали, они там будут стоять. Они как повозка, которую ты не сел на нее, она бесмяшка. Мне похуй вообще. Мне похуй вообще. Вообще похуй. Я не скрываю. Вообще в другом месте стоят. Пошли туда. Мне похуй вообще абсолютно. Мне похуй, заходи. У меня нету никого, у меня все мертвые. Сейчас, подожди, я еще хочу попробовать пистолет хэдшота. Такого расстояния не получится.
Нет, не получилось. Конем охуели, блять, что ли? Отлично. Блин. Хотите, сделаем кое-что, экзекуцию? Короче, проведем обряд жертвоприношения. Идите сюда, костер, стойтесь в круг. Да, ты знаешь, что делать будет. Круг стали? Чикает, обливать нас всех. Там, где там, ассасинка, блин. Стоишь? Блять. Скажи пару слов. Что с тобой? Ты? Ой, блядь, у меня труп в воздухе. У меня вылетела ошибка. Вот это магия. Привык. Где твой мужик? Алло. Ты это мне? Тут еще есть какие-то? Нет, мне. Ты не называл мое имя. Я сказал, Вика, где твой мужик? Значит, это прервалось и не было слышно. Ну, хорошо, тут, наверное, у кого-то еще есть мужик. Наверное, я не знаю. Ну, допустим, Герыч, где твой мужик? Интересно, когда у женщины месячные, если она кашляет или чихнет? Ну, там не очень приятно. Наконец-то мы добрались. Слушай, до настоящих там... вопросов. Да-да-да, там настоящий. Там как бы течет по КД, поэтому похуй уже. Там кашляешь, чихаешь, типа там. Там нету кулдауна, чтобы понимать. Да, у школьниц 10-летних. Привет, Вика. Мы обсуждаем, короче, сиськи, да. Так, короче, я перезапускаю сессию. О-о-о, полетело вперед. Блять, нажат. Задавило меня, я отлетел. Может, просто выйти вообще из этой сессии. Ладно, короче, я не знаю, через 20 минут, если будете играть, я зайду просто. Мы и будем, а если мы не будем играть через 20 минут, ты зайдешь? Ну, тогда не зайду. А как ты узнаешь, будем играть или нет? Ну, это секрет. Да не уходи, зайди. Тогда я просто отключу. Ты видел, Стас? Я охуел, я думал, почему она не сдохла? Птица влетела. А где она, блядь? Волна валяется, дороги дохла. Да ладно, а, да ты же её убил, не вижу, она что, больная? Это не то. А у кого сегодня костюм был такой? Одеяло, короче, он на себе носит, вот это как выглядит. Кто-то бегал, да. О, тёлка, наверное, нет? Просто она грязная. Тёлка! Блядь, пацаны! Это было эпично. Да, ты на телеге стоишь на поезде. Это заебись. Запиши такой. Поезд, я. Тега сзади, поезд, блядь. Да я тебе серьезно говорю, ты у нас на поезде, блядь, стоишь, блядь. Я в поезде не так сказал, было хорошо. А, ну вот. У меня никуда не. Плыви! Я знаю, кого мне. Знаете, кого мне так радно? С игры приспорт. Зима близко. Возьмите кто-нибудь фонарик на цифру 5. Ну, Кирк, наверное. Ой, Кири. Он впереди. О, отлично. Плыви. Просто вперед. Да, я через кинематографическую камеру снимаю. Да. На удивление, кстати, никто не падает. Обычно же... Игра не понимает этого. Она... Вот такая интересная подборочка была за время, очень длительное время собрали ее. Напишите, пожалуйста, в комментариях, для нас это очень важно, как вам вообще такой формат видео? Подходит он для вас, не подходит? Интересно вам смотреть это, неинтересно, может, интересно участвовать. Ставьте не только лайки, но и обязательно подписывайтесь на канал, для меня это очень важно. Мы скоро запустим стримы на Твиче, в принципе, следите за новостями, за всем, все, что творится у нас в Дискорде. Все ссылки на Дискорд в обязательном порядке в описании.
Ну а с вами была Готика, Сократ, Элк и многие-многие другие. Обязательно напишите комментарий. Это видео у нас выходит фактически впервые. Такая подборка, поэтому мне очень важно знать ваше мнение.